каким будет новый канализационный коллектор города Бишкек, строительство которого ведется в северо-западной части столицы. От очистных сооружений в селе Пригородное и до улицы Ахунбаева его протяженность будет составлять более 11 километров. В настоящее время строители укладывают сотни железобетонных труб в траншеи на крепкий бетонный фундамент, на каждом повороте устанавливая поворотные колодцы. Самые сложные участки строительства – это переходы через железные дороги и Большой Чуйский канал. Строители пробивают отверстия, в которые прокладывают стальные трубы, так называемые футляры, а уже внутри них – специальные полиэтиленовые трубы. Новый канализационный коллектор станет самым сложным гидротехническим сооружением Бишкека за последние десятилетия. Его пропускная способность – 380 тысяч кубометров сточных вод в сутки. А ведь это примерно среднего размера река, такая, как Аламедин или Аларча.